Так, друзья, приветствую всех. Мы находимся на поле за репаком с рапсом междурядья 7 сантиметров. Во время посева мы один ряд, ребята, как-то упустили там по заслонкам, по потоку семян. И у нас было даже все время один ряд, 1,40 м междурядья, а не 7 сантиметров. Вот я захожу в это поле, может быть, даже вот этот ряд есть, он 1,40 м, смотрите. На рапс это как раз нам дает возможность увидеть. И вот рапс есть 1,80 м рапс, я 1,80 м, вот он выше меня по 2 метра, друзья. Ну тут такое сплетение, я попробую прорваться как бы. Ну вот смотрите, трудодоступно, не получится мне туда зайти. Дальше выше. Вот так он, можем смотреть, как он развивается, все в порядке у него, этого рапса. Напоминаю, что он был посеян по наутил. Вот такая ситуация. Поэтому, друзья, 7 сантиметров междурядья. Ну вот, давайте, где 7 сантиметров. Я попробую зайти сюда. Ну, это очень трудно. Вот, смотрите, там, где он 70 сантиметров. Мы полностью его не видим тут. Все, едем. Кратко еще одно поле покажу. Друзья, и вот мы на поле с рапсом. Это следующее наше поле, междурядье 70 сантиметров. Как видим, мы рапс тоже сомкнулся. Трудно, конечно, проходить. А тут... Давайте я вам кратко покажу. Вот. Ряды сомкнуты. С рапсом все в порядке. Вот оно, растение себе развивается. Мы его не трогаем, наутил. У нас есть тут все растительные остатки. Давайте покажу вам, что под ними. Под ними мокро. Вот видите, влага. Комочки. Давайте найдем участок. Не, ну тут он практически закрывает себе. Нет такого участка. Можно было бы увидеть. Ага, вот. Есть краешку. Вот мы видим. Но опять же, он затеняет хорошо себе. Ну тут вот корочка. Корочка небольшая. И давайте. Здесь вот у нас падалица, которая была весной. Вот смотрите, как она держит. Вот, вокруг нее мокро. Да, все-таки. Там, где растительные остатки, нету ни корочки, ничего. Защищена почва. Все, друзья, на связи. Потом покажу вам после подсолнечника. Сейчас поедем на зимую пшеницу и покажу после подсолнечника. Пока.